Людмила Сергеевна, что делать, если у вас проблема? Бросил любимый человек, уволили с работы. Не получилось с новым проектом, как это пережить? Прежде всего, попытайтесь не думать об этом. Сходите к кому-нибудь в гости, в театр, в кино. Как-нибудь отвлекитесь. Ну, а если нет настроения, куда-то идти? Все равно попытайтесь как-нибудь отвлечься от негативных мыслей. Например, можно что-то приготовить. Какое-нибудь сложное блюдо, которое вы никогда в жизни не готовили и даже боялись к нему подступиться. Но я думаю, этот совет для тех, кто умеет, а главное, любит готовить. Почему же? Вовсе нет. Но я думаю, наши зрительницы воспользуются вашим советом, а мы пока отвлечемся на небольшую рекламу. Только сегодня, приобретая конструктор в нашем магазине, вы получаете мягкую игрушку в подарок. Спешите, срок акции ограничен. Спешите, количество акционного товара ограничено. Я своему сыну такую же купила. Вашему сколько? 8. То есть 7. Ты до сих пор ей не сказал? Нет. Ты правда хочешь, чтобы к ней вернулась память? Да. Наверное. Я не знаю. Сереж, если она не вспомнит, тогда никогда тебя не полюбит. А если вспомнит, то, возможно, возненавидит. Сереж, у тебя уже седой волос. Бедненький. Она постоянно говорит об этом мальчике. Я думаю, она снова к нему поедет. Ты боишься этого? Я боюсь перемен, которые с ней происходят, Яна. Она меняется, а я смотрю со стороны, я ничего не делаю. Тогда придется тебе что-нибудь решить, Сереж. Я знаю. Вот это меня больше всего и пугает. Ладно, побежал. Снова вы? Зачем на этот раз? Я хочу встретиться с Колей Смирновым. Мы с вами это уже обсуждали. И все же мне нужно с ним поговорить. Послушайте, Марина. Я понимаю, что у людей меняются обстоятельства, желания, пристрастия. Но этот мальчик, он не игрушка.
Он тоже чувствует. Тоже любит. Ненавидит. Он тоже страдает. Я все понимаю. Мне очень нужно с ним встретиться. Это очень важно для меня. И для него тоже. Хорошо. Я разрешу вам с ним поговорить, не только в моем присутствии. И, пожалуйста, никаких обещаний и никаких подарков. Хорошо. Коля! Коль! Иди сюда. Чай, если хочешь. Нормально. А ты меня помнишь? Да, только с белыми волосами. Я тут кое-что тебе привезла, но нельзя ничего дарить. Я бы и не взял. Я понимаю. Коль, прости меня, пожалуйста. За что? Вы же мне ничего не сделали. Со мной случилась беда, я попала в аварию, и у меня амнезия. А это как? Ну, я ничего не помню. Совсем, понимаешь, как мы с тобой виделись, как разговаривали. Ничего. А это правда? Я понимаю, что ты на меня сердишься. Но если вдруг ты сможешь меня простить, может быть, мы начнем все сначала? Так, все, хватит, идемте. Коленька, иди играй. Коля, тебе. Думала, мы договорились. Просто вы разрешили мне поговорить с ним, и я подумала... Зря. Я совершила ошибку. Вам не стоило приезжать. Может быть. Но я не могла не приехать. Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Кофе? Даже не знаю. Я принесу. Что? Серьезно? Клиент хочет кофе. Что тут такого? Другим клиентам ты кофе не наливаешь. Так, я бы на твоем месте помалкивал. И в следующий раз кофе делаешь ты. Ясно? Угу. Пожалуйста. Я навел справки. Вас зовут Марина Владимировна Высоцкая. Ваш муж Сергей Анатольевич Высоцкий. Спасибо, я это знаю.
Замужем вы уже 7 лет. В свадебное путешествие ездили в горы, катались на лыжах. А детей у вас не было и нет. Так что еще... До недавнего времени вы работали в местном краеведческом музее администратором. Вот выписка из ЗАГСа о вашем замужестве. Вот копия трудовой из музея. Оттуда же характеристика и, между прочим, положительная. И заметка из позапрошлогодней газеты «Заря». Заметка? Да, подготовка к новой выставке «Быт 60-х». Там вы даже интервью даете. Ну и несколько официальных бумажек. Так это все? Да, все. Не густо. О некоторых людях и столько не наберется. Вы плохо поработали. В смысле? Здесь нет ни одного документа старше 8 лет. Что я делала 8 лет назад? А 10, а 15? Какой жизнью я жила? Вы не горячитесь, я не думал, что нужно копать так глубоко. Зря. Дайте мне шанс исправиться. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Привет. Привет. Кто это был? Клиентка. Макс у себя? Угу. Макс! К тебе женщина с косой. Смешно. Привет. Ну, привет. Среди рабочего дня прям. Ну, я просто была рядом, решила зайти. А к тебе только что женщина заходила? Женщина? Угу. Ну, да. И кто она? Ну, клиентка. А чего она хотела? Не могу сказать. Ты же знаешь, тайна следствия и все такое. Не ревнуй. Прости. Просто я очень сильно тебя люблю. Ну да. Ну, а ты меня? Ну, а как же? Ну, так скажи это. Понимаешь, дело в том, что глубину моих чувств не измерить никакими словами. Лучше я докажу это действием. Два билета на гала-концерт в оперу. Макс, а как у тебя получилось? Пришлось продать почку. Ты просто волшебник. Ну да, не без этого. Я тогда пойду. А вечером увидимся, да? Где ты это взяла? В ресторане заказал? Нет, почему? Сама приготовила. За полчаса всего, что в холодильнике нашла. Подожди, ты же не умеешь готовить. У тебя даже яичница пригорает. Ну, наверное, не всегда. Удивительно. А ты? Я уже поела. Я устала сегодня. Пойду спать. Прости. Марина. Марин.
Ты снова была в детдоме? Да. Мне казалось, мы с тобой договорились. Прости. Просто этот детдом, он очень мрачный. Павлик там очень одинок, я как подумаю, об этом сердце сжимается. Подожди. Как ты его назвала? Кого? Ну, этого мальчика. Коля. Нет, ты сказала Павлик. Наверное, просто оговорилась. Извини, я устала очень. Пойду спать. Нет. Спокойной ночи. У меня вот этот шрам. Это от какой-то старой травмы. Кажется, ты обожглась в детстве. Да? Угу. Мне приснилось, что это татуировка. Нет. Татуировок у тебя не было, ты уж мне поверь. Кого это? Это Яна. Хочет встретиться, болтать. Сергей, может быть, мне переехать, снять квартиру или комнату? Марина. Это твоя квартира, наша квартира. Ты моя жена. Но мы Марик, послушай, память вернется к тебе, обязательно вернется. Я буду ждать столько, сколько нужно. Год, два, пять. Давай больше не возвращаться к этому разговору, хорошо? Хорошо, как скажешь. Пожалуйста. Хорошо выглядите. Спасибо. Вы написали мне, что у вас что-то для меня есть? Да, совершенно верно. Вот, держите. Список выпускников? Областное училище искусства и культуры. Ваш выпуск. Но вас там нет. Да, моей фамилии нет. А может, курс раньше или позже? Уже проверил. На 3 года в обе стороны. Пусто. Как же я устроилась на работу в музей? Где я работала раньше? Здесь тоже полный провал. Нет, информации о вас, конечно, полно, но только за последние 7 лет. Такое чувство, что вы родились 7 лет назад. Иногда тоже такое ощущение, как будто до замужества моей жизни не было вообще. А может, ну я эту прошлую жизнь? Наверняка в ней было мало хорошего, раз вы предпочли ее забыть. Новая жизнь, новые люди, новые отношения. Вы правы. Я должна попробовать. Должна быть хорошей женой. Он это заслужил. Спасибо.
А... Я вообще-то не это имела в виду. До свидания. До свидания. Она нашла у тебя хорошего настроения. А ты чего такой смурно? Мне кажется, я только что толкнула его в объятия чужого мужчины. Ты про мужа? Какой же он мне чужой? Ну, какой? Она знакома с ним меньше месяца. Об остальном знает только по фотографиям. И что? Что и что, Лиза? Я сейчас забацаю фотку, где мы с тобой целуемся. И буду использовать это для того, чтобы завлечь тебя в постель. Тебе это понравится? Вряд ли у тебя это получится. Вот и я об этом же. Не, ну я идиот. Определенно. Почему здесь? Ты не поднялась ко мне в офис? Это не важно. Я хотела тебе кое-что сказать. Ты меня прости, пожалуйста. Я все обдумала. И так будет честно и правильно. Я твоя жена, я... Я буду тебя любить. Еще немного времени. Совсем чуть-чуть. Конечно, конечно. У нас сегодня будет презентация на новой выставочной площадке. Мэр будет, может быть, даже губернатор заедет. Ты пойдешь со мной? Даже не знаю. Все-таки там будет мэр, губернатор. Вдруг я тебя опозорю, скажу что-нибудь не впопад или кого-нибудь не узнаю. Скорее я тебя опозорю. Буду стоять рядом с тобой, валенок валенком. Скажут, как такая красавица с такого валенка замуж вышла. Но они же все будут на меня глазеть. Марин, никто не знает о твоей амнезии. Это правда? Ну да. Тебе надо работать? Да, надо бежать. Ты куда сейчас? Домой. Я много гуляла сегодня, устала. Ну хорошо, тогда увидимся. Я побежал. Ну все, пока. Добрый вечер, Максим. Хотел вас спросить, как прошло примирение семейное? Нормально. Почему вы спрашиваете? Потому что вы моя клиентка, и ваша личная жизнь может отразиться на моей работе. Каким образом? Ну, вдруг вы завтра позвоните и скажете, что жизнь наладилась, и я вам больше не нужен. И попросите вернуть задаток.
Не попрошу, если вы будете выполнять свою работу. Насчет работы. Сходите в музей, поговорите с коллегами. Я бы мог сам, конечно, мне не трудно, но знаете, как пойдут разговоры, слухи. Мудрый совет. Ага. Хорошо, я так и сделаю. Что-то еще? Еще я хотел пожелать вам спокойной ночи. Спасибо и вам. Спокойной ночи. До свидания. Наша беспамятливая на светскую вечеринку заявилась. Вот так. Супер. После аварии с ума сошла. Ужас. Угу. Что он сказал? Марин. Марин, подожди. Марина. Мне не надо было сюда приходить. Марин, подожди. Я чувствую, что что-то происходит. Я не знаю, что. Я как будто раздвоилась. Есть одна Марина Высоцкая, есть другая. Слушай, может быть, в меня просто... Слез чужая душа. Какая-нибудь умершая женщина. Ты себя-то слышишь? Господи, что я несу? Тихо, 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 тихо. Садись, Маша. Садись, садись. Завтра к врачу поедем. Мы же у него были пару дней назад. Не к Виталию Борисовичу, к другому. Ты ведь понимаешь, что ты больна? Ты это понимаешь? Вот и хорошо. Осознать проблему, значит, уже наполовину ее решить. Если надо лечиться, значит, будем лечиться. Денег я не пожалею. Марин, тише, тише, успокойся, успокойся. Мы справимся, слышишь? Говорить с тобой. Со мной. Ну хорошо, я быстро, ты тут не скучай. Случай очень сложный. Сложный, но и интересный. С профессиональной точки зрения. Как бы там ни было, но стоит поговорить о госпитализации.
Хорошо. Что вы мне сказали? Сказали, что тебе нужно пройти курс лечения. Посоветовали хорошую частную клинику. Психушку? Да? Марин, не стоит так. Я не лягу ни в какую клинику. Марина, подожди. Боюсь, тебе придется это сделать. А что? Еще они предложили оформить опекунство. Подожди. Марина, ты пока не в состоянии принимать взвешенные решения. Я буду принимать их за двоих, пока ты не выздоровеешь. Вот и все. Понятно. А почему там было несколько врачей? Что? Это было свидетельствование? Ты меня сюда не просто так привез. Ты меня привез сюда на свидетельствование, да? Марина. Я же тебе сказал, мы справимся со всем вместе. Я тебя не обману. Пойдем домой, пойдем, поехали. Высади меня возле парка, пожалуйста. Я хочу погулять. Мне надо собраться с мыслями. Ты же не думаешь, что я бегу. Куда мне бежать? Я не настолько сумасшедшая. Ну, хорошо. Уверена, что хорошо себя чувствуешь? Если погуляю, буду чувствовать себя еще лучше. Марин, ты не думай, пожалуйста, о плохом. Это всего лишь клиника. Полежишь немножко, обследуешься. Я думаю, много времени это не займет. Вечером все обсудим, хорошо? Хорошо. Марин. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Левый. Вот. Нет, теперь правый выше. Простите, пожалуйста. Я здесь раньше работала. Меня зовут Марина Высоцкая. Да, это было, наверное, до меня. Мне кажется ли, мы с вами где-то встречались? Вы были в офисе Максима Белозерского, правда? Да. Я к нему обращалась по одному делу, но неважно. А я его невеста. Вот как? Угу.
Простите, а как вас зовут? Лариса Николаевна. А, Лариса Николаевна, а вы не подскажете, где мне найти директора? А вот Татьяна Георгиевна идет. Ох, Мариночка! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы перекрасились. Вам идет? Спасибо. Давно вы у нас тут не были. Как уволилась, так и не приходила. Как у вас дела? Нормально. А это Лариса Николаевна. Она теперь работает на вашей должности. А это Марина Владимировна. Я вам рассказывала о ней. А, мы уже успели познакомиться. Так, значит, я здесь работала? Да. 7 лет. Да-да. Простите. Говорят, вы попали в аварию, да? Да, пришлось немного полежать в больнице. А как сейчас самочувствие? Не совсем. После сотрясения у меня проблемы с памятью. Какой ужас. Но врач сказал это временно. Рекомендовал мне побольше гулять, общаться, что, собственно, я и делаю. Да. Татьяна Георгиевна, а можно я зайду в свой кабинет, то есть в свой бывший кабинет? Ну, а зачем? Мне кажется, я что-то забыла там. Ну, конечно. Только я ключи Ларисы Николаевны сейчас возьму. Спасибо. Извините. Да ничего, бывает. Марина? Добрый день. Привет. А это вы? Да, собственной персоной. Люблю, знаете ли, среди рабочего дня заглянуть в музей. Это мобилизует. Особенно, когда там работает невеста. Я познакомилась с Ларисой Николаевной. Насчет невесты я бы не торопился. Но не будем о грустном. Расскажите лучше о себе. Как здоровье? Потихоньку. Муж меня хочет в психушку упечь и оформить опекунство. Да ладно. Вы сумасшедший? Ерунда. Раздвоение личности. Чушь. А вы врач? Нет. Но за свою жизнь я повидал немало сумасшедших. И вы не похожи ни на одну из них. Марин, тут есть недалеко кафешка. Может быть, по кофейку? Невест. Подождет. Идемте. Я была блондинкой. Помню себя почему-то брюнеткой. У меня есть шрам на плече от ожога. И мне кажется, что это татуировка. Еще мы хотели мальчика установить, которого зовут Коля. Во сне он почему-то Павлик. А я во сне Кристофер Уокен. И что? Ну, это еще не все. Я никогда в жизни не умела готовить.
Сейчас я готовлю почему-то лучше мужа. И я нигде этому не училась. Просто вот это во мне есть, как все остальное. А что, если ваш муж что-то замыслил? Поэтому и опеку над вами оформляет. Поэтому и таблетками пичкает. И, кстати, надо еще разобраться, что это за таблетки. Замыслил что? Я не знаю, может быть, вы чем-то владеете, что он хотел бы прикарманить? Дом, машина, в конце концов. Так у меня ничего нет. Все мое имущество – это доля в собственную квартиру. И крошечная дачка 600, больше ничего. Из-за этого, мне кажется, людей до сумасшествия не доводит. Леонтина, все. Я вам говорю, вы не сумасшедшие. Как у вас все просто. Ну, легко. Все образуется. Привет, дорогая. Привет. Познакомься, это Максим Алексеевич. Да. Максим Алексеевич. Сергей Анатольевич, муж Марины. Кофе, пожалуйста, с собой сделайте, американо. А Максим Алексеевич – муж Ларисы Николаевны. Она сейчас работает вместо меня в музее. Это правда? Истинная. Моя жена сейчас приболела, на носу такая выставка. Вот и она попросила меня посоветоваться с Мариной Владимировной насчет новой экспозиции. Значит, вы тоже музейный работник? Я у жены на подхвате. Понятно. Ты что-нибудь закажешь? А, нет, нет, я обычно здесь кофе с собой беру. Вот и мой кофе. Ну что, я побежал? Вечером увидимся. Пока. Рад был познакомиться. Ревнивый он у вас. Спасибо, что подыграли. Да, пожалуйста. Но с женой это перебор. А свадьба скоро? Как вам сказать? Видела я как-то раз себя на своей свадьбе в кошмарном сне. Нет. Мне пора. Простите. Спасибо. Рад был повидаться. Да. Марина? Надо говорить не «да», а «я тоже». Спасибо. Я тоже. Марина Владимировна! Наконец-то мы с вами встретились. Фу. А вы? Я? Богалей Илья Ильич. Адвокат. Вы не помните меня? А я должен выполнить одно важное поручение, касающееся вас. Поручение? Да. Знаете, давайте прогуляемся. Я человек пожилой, врачи советуют мне прогулки на свежем воздухе. Пожалуйста. Ну, хорошо. Пройдемте. Тут осторожен. Я слышал о ваших проблемах с памятью. Все действительно так серьезно? Да. Ну что ж, я тогда начну с самого начала. Не знаю, помните ли вы художника Корнейчука Валерия Борисовича? Если честно, не очень. Не очень. Это замечательный художник. Его картины есть в лучших частных коллекциях мира. Но, к сожалению, чуть больше месяца назад он скончался.
Так вот, денежная часть его наследства, она немалая, была завещана благотворительному фонду «Мечтай», а все хранящиеся в его мастерской картины Валерий Борисович завещал вам, дабы вы распорядились ими по вашему усмотрению. Вот подробная опись картины. А почему мне? Валерий Борисович считал, что своим успехом он обязан именно вам. Вы организовали его первую выставку на площадке музея. Вы пригласили журналистов, прессу, познакомили его с критиками. Вы обеспечили ему бойкий такой старт, а все остальное уж он сделал сам. А эти картины, они... В наличии. 15 картин и 40 графических работ. Их суммарная стоимость, ну, по самым приблизительным, конечно, подсчетам, около полумиллиона долларов. Сколько? Полмиллиона долларов. Когда это стало известно? Что ему? То, что он мне завещал картины. Мы говорили об этом с вами и с вашим мужем около месяца назад. Потом вот случилась эта авария. Я пришел чуть раньше, но Сергей Анатольевич запретил мне вас тревожить. Вот я и не тревожил. Сергей Анатольевич? Да. Подождал бы еще, но нужно оформлять документы. Скажите, а можно посмотреть на эти картины? Конечно. Поехали. Поехали. Проходите. Так значит, мой муж был в курсе? Конечно. А мне ничего не сказал. Полагаю, не хотел вас лишний раз волновать. Я бы и сам повременил, но сроки. Сроки поджимают. Вам необходимо вступить в права наследства. Я слабо разбираюсь в живописи, но мне кажется, нарисовано здорово. Да. Это очень хорошо. Так. Thank you.